Традиционно 25 января, в День всех студентов, проходит торжественный молебен памяти великомученицы Татьяны у часовни Александра Невского на Шереметьевском проспекте. Мероприятие год от года собирает все больше посетителей. В этом году студентов, несмотря на холодную погоду, пришло несколько десятков человек. Они принесли с собой зачетки, чтобы священнослужители Ивановской митрополии осветили их и благословили на успехи в учебе. Перед сессией для студентов это серьезное подспорье и дополнительная уверенность в успехе. Пришла, чтобы осветить свою зачетку. Но так как же за сессию я сдала и зачетки у меня нету, значит, студенческий билет. Вот. Я учусь пока что на одни пятерки, и в дальнейшем я очень хочу получить красный диплом. И я надеюсь, что таким образом, ну, как-то хотя бы удача повернется на мою сторону. Вот. И все будет дальше хорошо.